Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И в этом выпуске вы узнаете плюсы и минусы арбалета как оружия для охоты. Но сперва давайте я вам расскажу, какие из арбалетов я сегодня взял с собой. Во-первых, это Beer Hunter Doom со скоростью вылета стрелы 125 метров в секунду. Beer Hunter Doom Military, скорость вылета стрелы 152 метра в секунду. И Mamba Fatality, скорость вылета стрелы 128 метров в секунду. Как показывает практика, даже скорости в 100 метров в секунду достаточно для успешной охоты на любого крупного зверя. Выстрел из арбалета очень тихий, это не идет ни в какое сравнение с ружьями или пистолетами. Зверь, конечно же, выстрел слышит. Интересный факт, со стороны мишени полет стрелы слышно гораздо лучше, чем со стороны стрелка. Но абсолютно все мои знакомые охотники утверждают, что зверь просто не понимает, что происходит, и засыпает от потери крови. Поэтому не вырабатывается адреналин и прочие гормоны стресса, и мясо от этого становится только вкуснее. А если к тому же вы установите на свой арбалет оптический или коллиматорный прицел, то ваш профессионализм, а также этот прицел, никогда не позволит вам ошибиться, и вы всегда будете возвращаться домой с полной сумкой добычи. Еще одно преимущество арбалета – это простота его использования. Все, что нужно знать об арбалете, это что из него нельзя стрелять без стрелы и что периодически его все-таки нужно мазать воском. На самом деле главный конкурент арбалета – это не пистолет и ружье, а все-таки лук. Несмотря на более высокую точность и простоту использования, все-таки и у арбалета есть свои минусы относительно его соперника. Например, по силе натяжения. Напоминаю, что по закону у нас луки ограничены силой натяжения 27 кг, а арбалеты 43 кг. И между нами, девочками, луку этой силы натяжения достаточно, в то время как арбалету нужны усиленные плечи. А с ними арбалет уже не попадает под разряд КСО, то есть конструктивно схожее с оружием. Еще один минус – это перезарядка, но это уже минус относительно ружья или пистолета. Каждый раз после каждого выстрела вам необходимо взводить арбалет, вкладывать стрелу, в то время как из ружья вы можете делать по нескольку выстрелов без перезарядки. Это значительно упрощает процесс охоты. Хотя некоторые арбалеты Beer Hunter оборудованы встроенным натяжителем, что значительно упрощает его взведение и частично нивелирует этот недостаток, но все равно это не отменяет того факта, что на охоте, скорее всего, все равно будет только один выстрел. Несмотря на некоторые минусы, арбалет – это высококлассное оружие. Если у вас есть арбалет, вы умеете им пользоваться и тем более добываете с помощью него себе пищу, то вы клевый парень даже по современным меркам. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!